О, какая, видишь? Видишь, какая пиладья? Вот эти зеей два. Мне надо табуретку, наверное, сюда. Табуретку надо, да. Что, табуретку принести? Я на лестнице залазила. Мама. Чики. Обалдеть. Веселье-то сколько. Подожди, надо ли ветку теперь ее отпилить тоже. Подожди. Надо туда идите, в бочку. Нет, пусть здесь мы ее сейчас спилим. Положить ее только надо. О. Наступить на нее надо. Да, я наступлю. А, да, она тут ломается. Эти ломать надо сухие. Вот здесь вот отпилить надо. Сухие отломать надо. Эй, Дима. Дим, не подходи. А вот складывать. Эти ломаю. Вот да. О, осторожно. Пилить даже не пришлось. Ну, она ломается. Она уже сухая. А еще после дождя она здесь вообще вот стала. Ну, эти не надо, ломай их. Ну, я ее чуть-чуть, что ли. Вот здесь вот надо наступить. Ну давай я наступлю. Держи Диму, ради бога. Ногу не жалко. Наконец-то. А то мне мешало. А то мешало мне. Вот эту ветку сначала вот. Все люди, тут все попилим, все. И тут мне мешает, там мешает. Тут все мешать. Все, все дзиеи не мешают. Все. Ну вот, коряга. Поближе, что ли, тебе? Некрасиво стало теперь. Некрасиво? А ты же хотел все попилить. Ну, красиво стало. А, наоборот. Я сразу, может быть, это покороче. Сначала ленту сломать. Вот ту первую сначала. Ну, не поместится, а то бочку и это. Вон она. С ошейником. С ошейником, да она вообще. Бедненькая, господи, да она вообще еле идет, бедненькая. Больная. Она болеет. Ба. Она голодная. Чем тебя кормить? Заговаривать не умеет. Че? Мяско? Сейчас, подожди, иди сюда. Сейчас мы тебе мяско дадим. Ну не ходи сюда, Дим. Не ходи. Ах, испугал. Дим.